Какая скоростная перекладка у участника под номером 5? КС на модели, да, установлен? А сколько есть, не секрет? 1.6. Но это, я считаю, оптимальный контрстилинг. Ты можешь встать на старт и начать заново. Сосашки, давай заново. С обгонкой, да? Ясно. Ну давай, ну, удачи тебе на первом круге, поехали. А, не подкачай, не подкачай Лова Веля. И удерживает модель пилот. Не было вылета с трассы. Красавчик. Очень хорошо проехал этот круг, мне понравилось. Очень зрелищно, очень скоростной дрифт был, великолепный угол. Давайте похлопаем, поддержим, чтобы второй клуб, круг в том же духе был. Поехали. Давай, давай. Главное, не сдавай позиции. Идеальное прохождение перекладки. Давайте все вместе похлопаем, похлопаем. Это пока образцовый показательный круг. На самом деле, я первый раз человека вижу на соревнованиях.